Всем привет! Странно, никого нет. А в нашем лесу объявили конкурс «Юный лесной художник». Ух ты, сколько рисунков, наверное, это ребят прислали. Ой, о, что-то не похоже, обычно такие красивые присылают, а тут... И тогда самый главный приз будет моим. Ой, Зубок, привет! Новость знаешь? Про конкурс, конечно! Вот я и решил поучаствовать. Так это все твои рисунки? Ну да. За одно утро нарисовал. Ну как тебе? Ну как? Ну вот этот или вот тот вот. Ну как тебе? О, неплохо. А вот, а этот? Ну да, нравится. Ну не пойму, зачем так много, а? Ну как-то зачем? Чтобы было из чего выбирать. Вот ты выбери, какой рисунок тебе нравится, а? Какой? Да. Ты пока посмотри, а я еще пойду бумаги принесу. Ой, привет, Енотыч. Здравствуйте. Ну что, нелегко, да? Понимаешь, Енотыч, мне вообще эти рисунки Коксика не нравятся. А почему же ты не сказал ему правду-то, а? Да мне не хотелось Коксика обидеть. Мы же с ним друзья. Зубок, думаю, ты не совсем правильно представляешь, как должны поступать друзья. Ну, конечно, нельзя обижать друзей, но обманывать их тоже нехорошо. Да. И как же теперь быть? Ну, сейчас придумаем. Так, ну что, Зубок, придумал? Ну, вот... Видишь, Енот, Зубку так мои рисунки понравились, что он даже не может выбрать лучший. Да. Коксик, а зачем тебе так много рисунков, а? Ты что, не понимаешь, Енот, чем больше нарисую, тем быстрее выиграю. Так. Да, ну это как посмотреть. Победить можно даже с одним рисунком. Только он должен быть необычным, старательно нарисованным. Ну, а эти-то мои, ну эти, вот тебе нравится? Ну, как, Еночек, как? Ну, как тебе сказать, ну, на конкурс я бы их отправлять не стал. Я бы не стал. Ты ведь только что сказал, что тебе мои рисунки нравятся. Вот, значит, какой ты друг, да? Коксик, не горячись. Зубок как раз очень хороший друг. Он просто боялся тебя обидеть. Да, уж знаем мы таких друзей. Ну, только не вздумайте дуться друг на дружку и ссориться. Давайте лучше я вам расскажу одну историю. Ну, давай. Ну, Коксик, ну давай. Слушайте. Значит так, жили-были два друга, Иван да Матвей. Дружили они с самого детства, не разлей вода были. Как-то раз гуляли они по ярмарке. Эх, красота-то какая! И детишкам забава. Точно. Вот бы и нам научиться такие же мастерить. Мы бы свою лавку открыли, детворе радость дарили. Да проще простого. Эй, мужичок, а скажи, вот тяжело такого зайца деревянного сделать, а? Было бы умение да терпение. Всему можно научиться. Учиться? Да я могу за день столько таких наделать, за месяц не продашь. О, легко сказать, да трудно сделать. Хотите, идите ко мне в ученики, я с радостью вам свое умение передам. Вот спасибо, я хоть сейчас готов начать учиться. Не, ну ты, Матвей, как хочешь, а я и сам сумею не хуже смастерить. Эй, дружище! Ну-ка, посмотри, хоть сейчас лавку открывай, ну разве не красота? Да, много фигурок ты смастерил. Да вот... Что, не нравятся тебе мои зверушки? Ну почему же, нравятся? Скоро настоящим мастером станешь. Это точно, на весь белый свет прославлюсь. Было дерево, не да.
недавно. А сегодня, погляди, целый ряд игрушек славных то ли будет впереди. Скоро мы откроем лавку, два умельца, я и ты. Посмотрите на прилавки, зайцы, мишки и коты. Ну что, друг твой трудится? Да вроде трудится. Угу. Только решил он побольше игрушек сделать. А сами-то они, эх, не очень. Ну, а ты ему об этом сказал? Да в том-то и дело, не сказал. Боюсь, обидится он. Ну, а ты представь, завтра вы лавку откроете, товара много будет, спору нет. Да вот какой он товар-то? Не станут люди покупать, лишь бы что. Пойдут красивые игрушки искать. Да, выходит, что он трудится зря. Ну, почему ж зря-то? Умение постепенно приходит, а Иван спешит, за славой гонится. Ты, как друг, помочь ему должен, советом добрым, а то и делом. Да он, если дружбой вашей дорожит, все поймет. Дружба-то ведь крепка не лестью, а правдой и честью. Ну что ж, попробую. Ну вот-вот. Матвей! Матвей! Что? Ну, посмотри, сколько я за сегодня сделал, а? О, и его. Да, правда, много. А я знаю, как твои поделки еще краше сделать. Да быть такого не может. Ну, ладно, показывай. Пойдем. И начал Матвей другу помогать. И в скором времени друзья уже продавали свои деревянные игрушки на ярмарке. И товар у них был просто загляденье. Ой, я же сейчас, как этот Иван, спешу, да о славе мечтаю. А я как Матвей, правду другу не сказал. Слушай, Кокси, а может тебе моя помощь нужна? А что, не откажусь. Давай что-нибудь вместе нарисуем, а? Давай. Вот, вот, вот и отлично. Только сначала с ребятами попрощайтесь. До свидания, ребята. До завтра. До встречи в Шишкином лесу. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья.